6 июня на сайте международного медиахолдинга Russian Broadcasting Network, сайте телеканала ТБН «Россия», при поддержке городской станции приливания крови прошел телемарафон «День донора». Мероприятие реализуется в рамках развития кадрового донорства крови в Санкт-Петербурге. В рамках телеэфира журналисты и медики дали максимум информации о самом благородном поступке, а сами доноры в прямом эфире показали, как нужно сдавать кровь. Среди доноров на этом мероприятии были журналисты, музыканты, почетные доноры России и другие известные гости. Вся собранная в рамках акции «Кровь» пойдет остро нуждающимся в донорской крови пациентам, в том числе онкобольным и детям из городской детской больницы № 1 в Санкт-Петербурге. Далее в выпуске «Новости культуры».